полустолбики с общей вершиной. В схемах, особенно вот в японских, китайских журналах, вам может встретиться и вот такой вот необычный элемент. Что же это такое? Это полустолбики с накидом с общей вершиной. Давайте покажу, как они вяжутся. Тут у меня просто ряд столбиков без накида. Теперь свяжем два полустолбика с накидом с общей вершиной. Делаем накид. Входим в нужную нам точку. Вытягиваем ниточку. Делаем еще накид. Входим в следующий столбик. Вытягиваем ниточку. А теперь провязываем все вместе. Вот что получилось. Давайте сделаю 2 воздушных петли, отступлю и покажу еще разочек. Значит, накид. Здесь вытягиваю ниточку, причем вытягиваю ее вот не как обычно при вязании, то есть вплотную, а вытягиваю так вот на высоту, в общем-то, предполагаемую высоту ряда. Накид в следующий столбик. И провязываем все вместе. То есть получается вот, ну, что-то такое вот непонятное. То есть это вроде бы и не столбики с общей вершиной, и не пышный столбик, ну вот что-то между ними. А кроме вот 2 таких столбиков с общей вершиной, можно связать и 3 столбика с общей вершиной. Давайте покажу 3. Делаем накид, вытягиваем ниточку. Накид, из следующего столбика вытягиваю ниточку, накид, еще из следующего, и провязываю все вместе. 2 воздушных петли сделаю. То есть получается, вот когда связано 3, и я тут вытягивал ниточку побольше, вот получается вот такие вот красивые, в общем-то, элементы пушистые, практически одинаково с 2 сторон. Давайте еще свяжем парочку таких же и посмотрим, как это будет выглядеть. Накид. Здесь все зависит от того, насколько вы вытянете ниточку. Можно вот совсем немножко, ну, я вот вытягиваю примерно на сантиметр для того, чтобы эта пышность была видна, и 3 раза вытянула ниточку каждый раз из нового столбика и провязала все вместе. 2 воздушных петли и еще один свяжем, чтобы уж было все красиво. 1, 2, и в конце ряда тут, наверное, уже столбик с одним накидом сделать. Смотрим, вот что получилось. В принципе, можно сделать вот из таких полустолбиков с общей вершиной, ну, какую-то каемочку в промежутках между ними, допустим, добавить пекушечку или прямо на них, но это уже дело вкуса. С обратной стороны они выглядят почти так же. Здесь вот видно направление вытягивания. По лицу они смотрятся как такие вот распушенные, я бы сказала, пышные столбики, у которых общая вершина, но основания распределены. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много идей вязальных хитростей. У нас с вами много неразобранных схем и узоров интересных. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!